Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер, и это новое видео по игре Legend of Mana. Приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами ходили к дракону. К ветряному вроде как. Ну так, историю мы рассказали кактусу нашему. Сейчас придем, почитаем ее. Че, в городе побывали, в городе не нашли нифига умного. С призраком мы не знаем, как совладать на данный момент. Наверное, в будущем будет понятно, но пока что мы не знаем, что с ним делать. Дальше нам пройти никто не дает, да и действий у нас там никаких особых нет. Да ё-моё. Да, листик. Так, а что у нас было-то? Получается, не шахтерский бизнес, перерыв, нет. Чё-то у кукла нет. Тёплое лето, нет. Охранник ветра, вот. Сегодня мой господин сбил много птиц. Интересно, наверное, больно получать по клюву? Наверное, да. Ладно, пойдем отсюда. Получается, дракона мы вломили. Новую локацию мы какую-то там поставили. Какую точно не помню. Но поставили, это точно. Так, куда нас сегодня дорога поведет? Крепость костей. Здесь мы были. Вот здесь мы не были. И вот здесь мы не были. Пойдем, наверное, сегодня вот эту вот странную башню лейеров. Потому что на пляже мы были. Давай, да, в башню лейеров пойдем. Странное место, но хочется сюда прогульнуться, пойдем. Пойдем внутрь. Привет. Ты видишь башню травы? Лэвис. Чё? А? Прости, я увлеклась своими мыслями. Спасибо, что нашли меня в пещере, но я снова разлучена с Лаузом. У меня такое чувство, будто башня зовет меня, мне нужно идти. Ну, пойдем с ней. Спасибо, мэн. Так, а что ты себе представляешь, дамочка? Перл. Ну, в принципе... Ты безоружная, правда. Ну, ладно, пофиг, разберемся, пойдем. Первый этаж. Эй, стоп, 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 что это за просто был? Так, стоп, вернись. Так, что это у нас тут? Помацать можно? Нельзя. Ладно, а в правой части? Ну, то же самое, наверное, да? Естественно, не без противников. Мы с кастетами. Дайте сумочку заберу. Ах ты, ё-моё, промазал. Ну как, в щиточек попал. Малость неприятно. Так, все. Немного опыта. Клык вампира, летучая мышь. Окей. Идем дальше. Получается, что я не понимаю, где мы находимся, ну ладно. Какие-то магические клинки. Которые быстро отъезжают. Очень быстро отъезжают, я бы даже сказал. Так, золото, золотишко. Еще 110 луков получили. Окей, ладно. О, подъем куда-то такой красивый. Второй этаж, ладно. Стоп, там был какой-то проход. Вернуться. Надо вернуться. Что это за проход? О, какой-то красивый подъем, фиолетовый. Фиолетовый подъем, красиво. О, опять клиночки. Ну, клиночки у нас быстро отъезжали. Они какие-то конченые, эти ножички.
А эта дамочка-то вообще хоть что-нибудь делает, нет? Или только бегает из угла в угол? Трослайстер. Трослитер, точнее. Что это, меч какой-то? А, это пика с ножиком. Давай попробуем. О, нифига, вампир. А, нет, это парные клиночки. Не, ну прикольно, конечно, но вряд ли это что-то водное. Не нравится. Вообще не нравится. Глупое оружие. Не нравится. Нет. Moonrock Tiara. Moonrock Tiara. Тиара лунного камня. Ну фиг знает, но давай попробуем. Оружие я назад все-таки поставлю. Мне то оружие больше нравилось. Skull Desert, по-моему, он назывался, да? Способности. Со всякими пинками Ельцина и всего остального. Окей, пошли дальше. Так, опять подъем куда-то дальше. Ой. Четвертый этаж. Это уже четвертый этаж, ладно. Я, наверное, много чего пропускаю нужного нам. Но фиг знает. О! Где-то я такие доспехи уже видел. Вспомнить бы где. Но где-то я видел такой уже. Именно вот такого формата доспехи. Какой-то из игр были. Не. Так, опыт это хорошо. Опять лошади. Опа. Я не попал. Клёво. Ну, ладно, тогда забиваем лапами просто. Денежку собираем. Здесь все собрали, пошли дальше. А перл все-таки бесполезная, да? Ну ладно. Окей. Я просто от нее понта не вижу никакого. Она не бьет, не колдует, не кастует, ничего не делает. Ну прям настолько бесполезная. О, сохраночка уже. Наверное, я кучу сундуков попустил все-таки здесь, ну ладно. Когда-нибудь вернемся сюда. Шестой этаж. Ворота открываются. Транспортное устройство. Что за транспорт? Что это произошло? Ну что, не знаю. Третий этаж. Не нравится мне это. А можно мне обратно? Какой этаж? Шестой. О, отлично. Меня назад отправили. Назад, ладно. Туда, на третий я не хотел бы. Ничего, просто так лазучил здесь.
Так. Две вампирши. Минус одна. Это было легко. Окей. Опять Мунрок Тиара. Мунрок, точнее. О, сундук. И все. Опасный глаз получен. И получается, что все. Эй. Да хорош. А, ну я на четвертый этаж спустился, ладно. Не так далеко. С вами мы уже видались когда-то. Так, вам выдалили. Еще тебе. Окей. Немножечко опыта опять-таки подзаработали. Но здесь, похоже, ничего нет больше. Наверное, надо идти дальше. Минус два. Немного денег. Ну да, здесь мы уже были, типа, и здесь мы вообще ничего не найдем. Может, все-таки куда-то сюда и в самый крайний участок этой дорожки. Самый край. А, ну тут сундук. Электричество получено. Ну, пускай будет. Возможно, полезно. Ладно, пойдем на третий тогда. Мы где-то там разминулись. Был еще один проход куда-то. С вами, девочка, мы уже виделись. Ну и сразу минус, по идее. Вот сколько там опыта. Не-не-не, ребятки, живите как хотите, я опыт собираю. Тут все уже предрешено, скажем так. Так, идем дальше. Два клиночка. Ай, промазал. Так вы клинки определите или чуть... Просто магическое оружие, я понял, ладно. Забить их нафиг там в углу в этом. Эти клинки, которые они выдают, они не интересные. Они неприятные. Фигня, короче, какая-то. Помню, на втором этаже эта штука была. Как раз таки первый раз, когда у нас этаж раздваивался. На два, на две части. Да, вот. Промазал. Ты хорош. На-ка тебе. На-ка еще. Почему у меня ощущение, что мы что-то не нашли, чтобы квест начался? Хотя вроде как бы квест начался уже. Когда мы встретили эту девчонку. И по идее тогда уже квест начался. Поэтому, по идее, мы здесь должны какой-то квестик найти. Ага. О, опять утки. Пинок Ельцина. Сразу минус все. Ё-моё, там пакетик. Конфетка.
Ну и ты тоже минус утро. И целый миллион опыта тебе выдают. Brave Blade. Великий меч. Не знаю, там, лучший меч, великий меч. Каменный меч. Погодите-ка, способности. Вот тут дугой, сокрушитель щита. Давай попробуем. Тем более у нас для него даже как бы способности есть. Третий этаж. То, кстати, место, в которое мы заходили. С комнатой перемещения транспортной. В которой ничего нет. Сейчас мы на шестом, да? То есть, получается, идем дальше. И вот на седьмом этаже мы выпали в окно. Чуть-чуть. Не, по-моему, те кастеты были лучше. Да, нанесили урона поменьше на 7 единиц, но, по-моему, они были приятнее. Спирит Рибон. Ладно, пускай будет. Да, здесь ничего нет. Это падение на 4 этаж. Это нам не интересно. Получается, ладно, спускаемся. Благо мы все этажи изучили и подняли все, что можно было поднять. Так, возвращаемся на третий. Может, тут что-то есть в конце этажа? Не знаю. Нет, здесь тупо дверь. Ой, точнее, тупо стена. И подсказывали каких-то либо. Нет. Здесь прохода тоже нет. Что-то меня смущает все это. Это очень странная, не знаю, комната. Здесь прохода нет на другую сторону? Нет. Здесь также нет, да? А у нас здесь есть две стороны этажа. Где-то, значит, проход есть на тот, на ту сторону этажа. Может быть, это как-то по-другому сделать надо? Например, что? Например, упав на четвертый этаж. А что нам это даст? А нифига нам это не даст. Ну, под дугой одну убьет. Да хорош! Фига ты бьешь, блин. На тебе чуть-чуть. Не, меч это очень что-то такое. Очень медленный и малодамажущий. Витиум роуп. Не, дайте мне что-нибудь другое. Что мы, может там еще что-то выпадало? Из вкусного. Да нет. Все то же самое. Верните мне эту штуку из проклятой кости. Не. Ничего умного не дает. Ну, получается, что, падаем на четвертый этаж, да? Пока дождемся, пока это допрыгает. Лобысь, и мы на четвертом, да? А, нет, пятый этаж.
Я на пятом пошел вот так, да? Нет, не так я пошел. То есть я нашел какую-то другую комнату. О, меня сдавило. На-ка. На-ка тебе еще по черепунделю. Опять меня передавили. На, еще по черепунделю. Да ё-моё. Да, очень мало опыта дали. Хоть что-то дали, уже хорошо. Вот, вот. Шестой этаж. Мясо демона. Ну это такое. Другой проход на шестой этаж. Я говорил, нам нужно что-то найти. Какой-то другой проход. Все-таки падение на пятый этаж нужно было. Седьмой этаж. Вот, мы с другой стороны седьмого этажа. Теперь все правильно. Выдал люлей. Отливочных. Лык вампира. Ну ладно. В принципе, пущай будет. О, утки. Здесь пинок ельца надо реализовывать. А, я оружие поменял, а приемчики не поставил, да? Какой я глупый, а? В этом плане. Забыл. Сейчас очень было бы к месту поставить что-нибудь типа пинка Ельцина или что-нибудь другое. Чтобы выдать им люлей. А, ты еще живой? Ну, ты уже отъехал. Ну ладно. Так, еще одну утку запинали. Очень много за нее опыта получили. Ну и последнюю утку тоже запинали. О, уровень дали. Так, ну сейчас где-то должен быть босс по-любому. Так, способности, которые я забыл поставить. Пошли дальше. Так, восьмой, по идее, этаж. Да, и опять с мечами. А ты тоже здесь. Попался. Ну все. Машина, убийца, все дела. О, два рыцаря. Ну, где-то я этих рыцарей уже видел, но не помню где. Какой-то игрульки были уже. Очень похож на рыцарей из Хроно Триггера, но не знаю. Они вроде похожи, но вроде не очень. Фиг знает, может я туплю в данный момент. И они действительно похожи на рыцарей 3 из Триггера, и поэтому они мне так сильно напоминают кого-то. Так, транспортное устройство, это, конечно, хорошо. Надо запомнить, что оно было на восьмом этаже еще. Потому что, скорее всего, что-то будет на этом завязано, и мы как-нибудь будем перемещаться. Чтобы куда-то попасть. Пошли пешком пока. Пока пойдем пешком. Девятый этаж. Раздвоенный этаж, кстати. О, здорово. Ну, ты, по идее, не страшный. По идее, должен быть. Но ты мне чуть не сломал лицо.
Значит, ты все-таки страшный. Злой, страшный собак. Здесь снова есть падение на этажи. Я так понимаю, все на те же 4 и 5. С разницей в один этаж. Ну, снова с тобой встретимся. В этот раз я тебе не буду давать сходить. Все. Сказал, сделал. Ну, здесь нет ничего. Значит, получается, нам ниже на этаж нужно. И воспользоваться транспортной вот этой штукой. Штукой. Куда нас приведет, фиг знает, но куда-то приведет. Потому что 9-й этаж пустой, опять с дыркой для падения. Дыркой в стене. На крайняк нам ничего не мешает прыгнуть обратно в этот телепорт и вернуться на этот же этаж. На каком этаже? 10-й. Я же говорил, эта штука полезная. В сундуке у нас ртуть. А мы идем дальше. И выше куда-то. 11-й. Ну, может, уже босса покажете, не? Дверь судьбы. Комната судьбы находится за дверью. Каждый должен лицезреть свое прошлое. О-о-о. Я? Ой, прости, мэн. Беги, если станет опасно. Так. Здесь никаких сундуков больше не заныкано. Да, в принципе, если даже там босс, то мы готовы. А там? Босс. Поехали. Ну ты кто? Ты стражник? Пожалуйста, скажи мне. Я хочу знать свое собственное прошлое. А? Воу. Здравствуйте. Какой интересный стражник. Ого. Нехило я ему так сейчас отвесил. Так. Блин. Попал. А как тебя бить-то? Где ты там есть? Фига у нас там кроль лупит его. Сейчас опять прыгать будет. Попал. Опять. Пинок Ельцина. Неадекватный малый. Вообще это должен был быть хороший, красивый удар. Опять прыгает. Все. Победа. Плюс уровень. Ну и чего? Мне было так страшно. Мое сердце. Перл.
и лазал. Я же просил тебя не блуждать по странам. Прости, если я пытаюсь вспомнить что-то. Спасибо еще раз. Пойдем. Я чувствую, что смогу. Пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста. Пожалуйста, Илазул. Илазул? Я понимаю. Отведи Перлу вниз башни. Если с ней что-то случится, я убью тебя. Понятно? Чувак, ты уже не такой стрёмный, на самом деле. Я приберусь немного. Не давай Перлу замыкаться в себе. Спасибо за помощь. И что это? Чё, нам действительно нужно спуститься просто? Ну такое. Мне не понравилась эта миссия вообще ни разу. Ни черта не понятно. Так, это должен быть пятый этаж, по идее. Да, пф, все. Окей. Так, это у нас поход на шестой или поход на пятый, на четвертый? На шестой поход. Не пойдет? Нам нужно вернуться. Получается, нам сюда. Да. Спускаемся ниже, ниже и ниже. Отведи ее в самый низ башни. Ну, то есть то, куда место... То первое место, куда мы должны были пойти. Ну, конечно, здесь туча врагов. Ну, вы не сложные, в принципе, поэтому пофиг. Лечащий коготь. Интересное название. Неужели попал? Клык вампира снова дали. Так, нам надо в самый низ идти. Ладно, сейчас придем вниз в самый. Осталось совсем чуть-чуть. А, и опять с этими рыбами драться. Рыбочеловеки, блин. Ладно, идите сюда. Минус двое. Тут целая куча опыта. Целая куча опыта. Ладно, окей. Мясо птицы и клык вампира. Окей. Опять клиночки. Минус один клиночек, из которого выпадает немного денег. Да ё-моё. Хорош превращаться. Ой, лучше отойду. Окей, победили. Опять Brave Blade. Мне он не понравился. Двуручное оружие. Ну, именно двуручные мечи очень не очень. Ну, лично для меня.
мне не зашло. Мне вот как раз таки вот эти вот костетики зашли. Они очень неплохие. Ну, которые когти. Получается нам сюда. Ну, сюда. Минус один. Минус два. Ну и минус три, получается. Ну, отлично. Идем дальше. Да что ты? Ну и минус три. Окей. Destiny Dice. Кубик судьбы, типа что-то вроде такого, что ли? Так, это тоже подъем выше. Да? А, это сразу на третий этаж. Нет. Спасибо, обойдусь. А, стоп, мы же со второго даже не спустились. Фу. Зачем я сюда вообще пошел? Спрашивается. Чтобы опять подраться с ними? Не, ладно. Окей, слишком долго с ними деремся. Утка, умирай, утка. Вместе с тобой клиночек. Ну и все. Готовенько. Сейчас еще одна драка здесь будет. С этими свиньями летающими. Которые летучие мыши по факту. Ну или летучие свиньи. Что сейчас вижу я. По факту. Хотя и с нами бегает нифига не кролик, знаете ли. А фигня какая-то. Ладно, окей. Так, выходим сюда, получается, и бежим в левую часть, да, этого здания. И, возможно, придем туда, куда нам нужно. Да. Окей. Опять клиночки. Ну да, я пройду, а. Ладно, мне не дали пройти. Минус. Немного денег. На. А где ты есть? На, ты чуть ниже был. Ладно. Клиночек был чуть ниже, чем я думал. Вот в этом-то и проблема. Прохождение вот этого именно этой игры. Это я путаюсь в позиции. Чуть-чуть. Тьфу. Не сюда мне надо. Верни. Верни, где я был. А, стоп. Это и есть этот проход, да? Полноценно. Окей, ладно. Опять свиньи летающие. Так, минус один. Минус два. Немножко похаваем. Ну и хватит. Минус три. Окей, идем дальше. Получается сюда. Что это было? Знак. Охотник за драгоценностями.
Я хотела встретиться с тобой. Нет. Твое сердце мое. Посмотри на ком, который забыл свое сияние. Пошли, разукрашенный зверь. Здорово. А, и тебя мне нужно победить. Ну окей. Ну ладно. Тебя тут, кстати, локация большая для сражения. Кто-нибудь еще бы меня хилил? Вообще цены бы не было в этой игре. Ты на Ельцина заряжай. Да что ты, а? А всего лишь надо было меня бы хилить. Эй, вообще-то нечестно. Ну ладно, ты все равно умираешь. Окей, лопнул. Не, это легкий босс. Ну и что ты мне скажешь? Это был очень легкий босс. У тебя хороший партнер, Перл. Почему? Почему ты охотишься за нами? Как ужасно. Слушай свое сердце. А? Мы снова встретимся. Спокойной ночи, Перл. Я умру? Стражник без рыцаря — это утка-наседка. И Лазул ищет остальных. И этот... Джуми, стражник. Тогда он... И я буду совсем одинока. Надеюсь, он никогда не найдет никого. Мне пора. Элазул ждет меня. Снова будут ругать. Спасибо, мэн. Это тебе. Замерзшее сердце. Крюк пирата. Окей. Два предмета получил каких-то. Береги себя. Ну, было довольно интересно. Стеклянная башня, а не травяная башня, как я изначально подумал. Я почему-то подумал, что там Грейс написано, а там... Глэс. Крюк пирата. Что это нам дает? Кораблик нам дает это. Чпоньк. Получился кораблик. Отлично. Так, и холодное сердце воткнем куда-нибудь вот сюда. Заснеженный лес. Прикольно. Снежная фига? А, снежный фига. Окей, ладно. Пойдем домой. Дом, милый дом, все дела. Расскажем историю нашему кактусу, сохранимся. Ну и на сегодня пока закончим, я думаю. Не, типа прикольно, конечно, но закончим, пожалуй, на сегодня. Поход в эту башню был сильный. Да. Ну, да не важно, в принципе. Окей. Кактус, получай свою историю. Смотреть в прошлое. Угу. Сохраняем. Сегодня сюда. Пустыня Дюма.
Получается, ну а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.